6 августа в Киеве презентовали новое поколение протезов для бойцов АТО. Уникальная для Украины рука, сделанная из сплава алюминия, титана и углеродного волокна. Протез выдерживает вес до 45 кг и может выполнять 14 разных захватов. В Украине таких кистей пока не производят. Пробный экземпляр был подарен благотворительной организацией украинской диаспоры Ukraine Aid. В дальнейшем сборку бионических кистей из западных комплектующих планируют наладить в украинской компании. Ну, я не знаю, це в рази краще, але все індивідуально, розумієте? У мене є пацієнти, які не хочуть електроніку, хочуть тільки механіку. Все індивідуально, залежить від того, чим займається людина, який вклад, який характер. Поки, да, я інвалід першої групи, і поки по трудоустройству я не знаю. Трудоустройство не інвалід до першої групи не має права. Со своєю фірмою. Любимая, я распрощался по взаимному согласию, поэтому я безработный, пенсионер и так далее. Пока государство ничего не предлагало, ну, мы и пока не просили. Пока много других забот, кроме этой. Дайте с этими всеми делами разгребти. Потом будем смотреть. Да, все планомерно, на все надо очень много времени. Платить за протезирование участников АТО будет государство, заверил на пресс-конференции первый замминистра социальной политики Украины Василий Шевченко. Это индивидуально, понимаете. Когось там, перелом, и он там ходит в трауре, там все для него життя закінчилось, там, або там осколки где-то там, вот, я там знаю, такие, с Могош Петрозі, там, бачите, я без обох рук життя не припинилося на цьому, двоє дітей, дружина. Головне, не брати в ногу. Це вже індивідуально, кажуть.